I haven't heard that Ukraine is already using Leopard tanks on the front, but of course, a Russian soldier who's boasting on the phone in front of his friend knows better. So let's listen to what he said in this interception. Все пять дней назад высадили. Под наши позиции, короче, карту рисовали. Хохол, где находимся, чего стоим. Двоих взяли уже. Сейчас на борт у них идет туалет в основном. Миномет, на что работают? Девчонка, 16-летняя, для ее разведчики взяли. Там. Уже некого посылать, всех подряд. Его всех подряд. Вон экипаж, чтобы там постарше чуть были. Леопарды, когда они отправляли сюда, но они уже здесь давно уже были, леопарды. Еще были здесь в 15 году. Короче, то, что взяли, типа, леопарды направить, они уже сами в Украине здесь уже были. Взяли экипаж с леопардом, короче, с этим танком. Там сейчас 5-летний вообще что творится. Там контузия одного была. Они там под... ну, ходили, типа, в разведку или что-то, конечно. Туда встрел пулемет попали, обратно шли. И, короче, голову даже не успели высунуть, по ней начал пулемет работать. Они обратно к себе, им, короче, на их командиры говорят наши. Еще что пришли вперед. Снова контузил. А вы, говорит, я лучше к 500-м поеду. Типа отказ, типа, эти. Я, говорит, я отдыхаю здесь. Я лучше в тюрьме посижу. Ну, а все время посидишь, опять все направишь. Да, ты не слышал там, тебе мать ничего не рассказывала? Который пацан Гайда, что за хуй? Кого? Мухтовский. Ты тогда лесника-то этого Гайда, Шсаконского-то. Ну. Ну, все. Приехал с 200. Ну, видишь, сидел. Ну, да. Пошел. Добровольцем прошел человек. Ну да, там вербовали их. Honestly, this guy should be on Russian state TV because he has all the skills needed to be a star of Kremlin channels. Okay, and now let's listen to another Russian soldier whose story is less optimistic. Let's go. Бондус, как дела? Работаем. Получается. Ну, самое главное. Я думаю, короче, что бежать? Сача или куда-нибудь. Я сам устал. Что происходит, Виталь? Ну, думал, по контракту там виднее. То у нас тут что-то вообще, короче, безот, полнейший. К обороне? Я тебе больше скажу, короче, готовятся на Авдеевку. У нас просто батальон распался. У нас нет батальона, он просто копейка его забрала. Это вот эти ты, Виталь, понял, где мы, короче, с тобой попали. Да, да. Ну, я не знаю, может, у вас там умеют работать, но у нас вообще по дронам вообще, ну, такой бред. Ну вот были, короче, на Водянам, понял? Я вообще-то это на Спартаке был. Были на Водянам, но я тебе говорю, дроны так работают. Просто вот так вот. И шла группа, а я эту группу проспал. Я должен был с ними идти. Дай бог, мне, короче, как-то отвел. 5 человек, 300 сразу. Okay, guys, and now I want to ask you to check if you subscribe to my channel. If not, then please subscribe. Thank you for this and for your support. I'll see you next time and goodbye to you all.